Что вы думаете о том, если бы этот младый пес мы назвали по-другому и назовем его радость? Песня «Радость», «Улыбка». Историки уверены, что пение существовало еще прежде развития разговорного языка. Знаете ли вы, какой первоначальный музыкальный инструмент? Знаете ли? Конечно. И оркестр, они знают. А вы доле внизу, вы знаете первоначальный музыкальный инструмент? Голос, конечно, голос. Не существует культуры, которой она пела бы, и неважно, как бы далеко она ни находилась или была бы изолирована. А ты поешь? Умеешь петь? Думаешь, что не умеешь петь? Может быть, думаешь, что не умеешь петь? Это мне неустанно говорили, что я не умею петь. Есть всего два условия для того, чтобы человек мог петь, и это голос и слух. Если человек может говорить и слышать других, значит, он может петь. Надо петь так красиво, хорошо, как наш хор. Мы все можем петь. И с нами один человек сейчас, который умеет петь. А не только это. Он умеет петь, и вы увидите, что и вы будете петь вместе с этим человеком. Хорватский францисканский священник, который в этом году празднует 30 годовщину своего миссионерского служения в Швейцарии и 40 лет своего священства с гитарой в руках, сочиняет и записывает множество песен, композитор, автор множества книг, радостный носитель радостной вести, фра Шимун Шито Чорич. Шито, пожалуйста. Дорогие сестры, братья, слава Иисусу Христу! И добрый день! И хочу вам еще сказать добрый вечер! Я счастлив! Как отец Маринко уже сказал, я здесь с вами и могу, имею эту возможность из своего опыта, из своего убеждения говорить, вместе с вами размышлять и петь о Божьей доброте, о Божьих посланиях, за добро каждого из нас. И будем благодарить за добро всего мира. Я убежден крепко, что сегодня вечером, сегодня или эти дни, никто из нас здесь
не находится здесь случайно. Случай просто не существует. Мы из Божьего плана здесь, в Меджугорье. Сияющие знать, что да, Бог каждого из нас отдельно знает по имени, знает краску глаз, знает и принимает такими, какими мы есть, несмотря на то, какие мы, чем занимаемся, и какие у нас цели, амбиции, какие судьбы мы носим с собой, из какой страны мира приходим, несмотря на какую веру, или, может быть, мы не считаем себя верующим, потому что как мать и отец любят своих детей такое, какое оно есть, так и Господь нас безусловно любит. Что касается Его, все люди придут в рай, кроме тех, которые не хотят это сами. Без сомнения, Бог наилучше знает, что нужно каждому из нас, и дает нам, если мы откроемся Ему. Иисус нам дает гарантию, если хочешь, чтобы тебе и твоему дому было хорошо, чтобы ты был удачным, довольным, оставайся со мною, как лоза на винограднике. Если мы не отвергнем Его, Он поможет найти мир и радость, и будем сильными, и будем преодолевать все наши жизненные трудности, и будем осуществлять свои планы и желания. И когда тебе тяжело или находишься под вопросом, всегда спрашивай, что бы сделал сейчас Иисус вместе меня, на моем месте. Поэтому в начале каждой молитвы мы молимся, особенно в этой встрече. Осознаем всегда наши личные и семейные проблемы, а откроем сердце и память для людей, о которых мы знаем, что они в беде, нищете. И будем молиться за всех, кто на этой земле. Особенно будем молиться за нищих. Нищета и голод — это самый большой позор нашей цивилизации. Жертвы конфликтов, войны и беженцев. Потому что Дух Святой нас подбадривает жить, молиться, родить и бороться, чтобы завладел правдивый мир и благостояние. Это Царство Божие уже здесь, сейчас на земле, потому что оно после смерти Иисус нам гарантирует всегда небо наше. И поэтому всегда будем благодарить Бога за безмерную Его доброту, и особенно, что Он никогда, никогда не повернется спиной. Поэтому давайте помолимся вместе, будем петь и с маленьким и большим хором, и оркестром, и маэстром, и со всеми нами, а считаем и тех, которые вокруг. Будем благодарить Бога. Спасибо Тебе, Боже мой. Это может каждый из нас петь, все равно откуда приехал. Спасибо Тебе, Боже мой. Amen.
radije bi da si rijeka nego grad. I radije bi da si kuća nego grad. Ne brini se, Bog te ljubi onakvu kakva si ti. Misli na te i jutro i večeri. Da si ruža nego krv, ti radije bi da si leptir nego crv. A ne brini se, Bog te ljubi, takvog kakav si ti. Misli na te jutro i večer. Drugčije nego je sad. Ti radije bi da je stvarnost nego san. Al ne brini se, Bog te ljubi takvu kakva si ti. Misli na te Из веры и личного опыта я знаю и верую, как ты сейчас здесь, что милость и благословение тогда, когда человек полностью полагается на Иисуса и находит в нем все, и в маленьких и больших трудностях находит помощь друга. Это дефинитивно.
самый лучший путь и решение всех проблем нашей жизни, и всегда за собой оставляем хорошие следы. Иисус открывает нам широту, учит нас там, где есть любовь и дружба, и все люди — дети Божьи. Поэтому было бы страшно, если бы в голосе тех, кто проповедует, которые веруют в Тебя, не будет тепло. И всегда говорим в своем доме и повсюду языком милосердия и тепла. Мы говорим так. Мы не стыдимся нежности и любви. Проводим много времени с теми, кто нам драгоценны и любит нас. А не переживай слишком, особенно не переживай за то, что было или могло быть. Не бойся трудностей и крестов, потому что это всегда в жизни так. Счастье и несчастье, и самые тяжелые моменты могут стать добром. И когда тебе тяжело, веруй, Бог имеет всегда хороший план для тебя и для твоего дома. Может быть, страдание и боль — это новый шанс, а смерть — это переход в блаженную вечность. Поэтому цени каждый день, каждый цвет, звезду на небе, чудесная природа, бесконечный весь мир, всемогущий Творец всего — это дорогие тайны. И это превосходит наше человеческое понимание. Передаем на других своим поведением этот неописуемый Божий шарм. Оставляем повсюду хорошие впечатления. Будем сиять добротой Иисуса. Пусть люди видят в твоем поведении, в какого Бога ты веруешь. Сегодня знание показывает, что вопрос — это не вера или нет, а вопрос стоит, какая вера из привычки внешняя. Она не приносит плоды, не приносит душевное здоровье, даже рождает лицемерие, грубость. А вера, которой мы живем, которая слушает голос Иисуса, это настоящее благословение и здоровье души и тела и для человека, и для общины. И мы называем это здоровой набожностью. Поэтому каждый день вспомни и проси Господа, чтобы направлял твои пути и хранил тебя от злого, от злых людей. Проси Его за силу, чтобы в жизни осуществить свои таланты, и чтобы ты это было без теряния энергии, а чтобы всегда была радость и во всех трудностях, и не только когда тебе все получается. Благодари Бога за то, что любит нас, за всех добрых людей, которых встречаешь, за все добро, которое Он дает тебе, потому что в жизни не случайно все, и ничто не приходит так само по себе. И за это мы хотим благодарить следующие песни. Jesus loves me.
Moram reći, ova verzija još bolja. Ovo brže malo skoro idemo onako. Сестри и братья, еще наконец несколько слов и одна песня. Один из столпов христианской жизни и каждой жизни это нужно. Это здоровье, отношения из десяти Божьих заповедей, только три касаются отношений с Богом, и семь касается людей вокруг нас. Очевидно, Бог поручает нам. Можно любить Бога, если не любишь человека. С Богом, конечно, все легко. Проблема где? И надо уважать то, что не сам по себе такой, каким есть. Мы знаем, что на человека отлично, сильно генетика, жизненные моменты, жаль, неожиданности и плюс людские слабости и остало. Людские слабости и все остальное. И поэтому послушай голос Иисуса и сегодня вечером и не говори о никому плохо. Понимай, Бога не осуджуй. Не осуждай. И если согласишься с собой и не можешь себя понимать. Святой Петр сказал, да будем терпеливы друг другу и помогаем друг другу носить бремена. Буди, насколько это возможно, буди добрый каждому, несмотря на то, какие они есть. Бог не будет спрашивать тебя, какие были другие, а будет спрашивать, какой был ты, какая была ты. И никогда не забывай, то, что ты делаешь другим, делаешь себе, и то, что ты не сделал другим, ты сделал своему Богу. Не отбей баш никого, кто ти дойде на врата. И не ističи код люди оно, што нису добро. Не требуй от людей то, что они не сделали, и если это возможно, уменьшай страдания, сослушай всех, кто страдает, желай добро, и никогда никого не унижай, сравнивайся слишком с другими людьми, потому что можешь стать огорчен и пустой, и всегда будут больше и меньше тебя. Богородица в христианской традиции почитается как та, которая помогает людям на земле и открывает двери небесные. И мы можем от нее много научиться. Она, когда творила добро, и они не благодарили, не останавливайся, помогай дальше. Потому что таким образом ты открываешь дверь небесные. Человек часто эгоист и завидует. Ты иди дальше, говорит песнопевец. Потому что таким образом открываются тебе двери небесные. Ты не мой, как он. Jer tako dobivaš ti takim kak on, тогда ты получаешь билет и можешь пройти через небесные двери, так как Богородица в Вифлееме принесла безмерное добро всему миру, так и я желаю себе и всем нам, чтобы своим поведением, действием мы приносили то, что красиво, добро. И нека нас истинное, пусть всегда через молитву Богородицы Царицы Мира счастье нас сопровождает на всех наших путях, и особенно час нашего ухода из этого мира. И, наконец, за все намерения, о которых мы говорили, давайте споем песню Богородицы, и я убежден с Богородицей.
Хвала нашем Шимону. Спасибо нашему отцу Шимону Шитоцоричу за его свидетельство, гитару и песню. За то, что он нам помог вместе с Марией и Иисусом были вместе. Перед перерывом одно объявление, кто-нибудь потерялся и ждет при церкви. Если не придет, больше не будет ждать. Кармела, вероятно, чула. Надамо се, да е. Prije pauze, za one koji su spavali jutros. Перед перерывом, за те, которые спали сегодня утром и не были на горе, сейчас будет на экранах показано, как было сегодня утром на горе Подбрдо, чтобы вы видели. Пожалуйста, сейчас следует маленький фильм. И немножко отдохните, погуляйте. Если кто хочет идти в туалет или вспомните, просто сейчас вы можете погулять и отдохнуть, и будет этот фильм. Смотреть этот маленький, короткий фильм.
tišini zahvalimo Bogu za sve. Zahvalimo za život, za ovaj dan, za svoju obitelj, za sve što smo primili. Most a szívünk csendjében köszönjük meg mindent, az életünket, ezeket a napokat, amelyek előttünk állnak, családjainkat, és mindent, amit kaptunk. In silenzio ringraziamo, Signore, per tutto, per la vita, per questo giorno, per la nostra famiglia, per tutto quello che abbiamo ricevuto. The joyful mysteries, die freudenreichen Geheimnisse, die Mysterie gaudiosi, Mystère joyeux, tajemnice radosne, radosna tajemstvi i ruženca. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater.